У меня хотя бы фонарик есть. И то радует. Где я? Это офис? Нет, невозможно. Моя голова болит. Почему у меня повязка? Мне нужно использовать лист бумаги, чтобы... А, круто. Я могу использовать лист бумаги, который, блядь, не могу использовать. Ладно, ну я хотя бы тут вещи могу получить. Но я не знаю, куда мне это приведет. Мне нужно использовать лист бумаги, чтобы он заработал. В смысле? Почему страницы пусты? Окей. Ладно, мне карандашей много, поэтому мне не жалко. Два. Бумага просто падает в ваш кейс. Да ладно, мне нужно цифры искать какие-то. Батарейка. Ничего. Батарейка. Лист пуст. Где-то существо укусило тебя. Я что, видел? Уши. Ты больше не можешь слышать. Вот это вот плохо. И рели звук пропал. Окей, кнопка. Да, вот это вот было тупо, да, с моей стороны? Сэндвич. Карандаш. Хилимся. Да, это я тупанул. То, что я выбрал лучше. Так, стоять инвентарь. Ух, тихо. Мне еще вентиляция. Но... Да, конечно, без звука классно играть. Да пройдем ту уже игру. Я вижу ничего интересного внутри. Знаете, я мне... О, о том, о чем я говорю. Хорошо, что... Вот из-за чего... Вот проблема, то, что мне ХП отнимается теперь. Это вот плохо. Это очень плохо. Два карандаша. Здесь ничего. Так. Отвертка, раз. Хорошо, 8. Отвертка 2. Ничего, хорошо, сразу воздух. Так, отвертка. Походу в каждом автомате, либо типа того, то, что мне нужно, да? О, да.
Сейчас мы тут соберем 4 батарейки. С батарейками тоже у нас вообще проблем никаких. Пунктик сыра, получили кофе. А, так, здесь мне нужно просто лист бумаги юзать. Бумага просто пополнилась в ваш кейс. Ладно, я понял. Она хочет цепануть меня. Руки, глаза. А, нос, это смерть. Вот это две смерти, оказывается, я что-то не подумал. Типа руки то, что я не смогу плавать, глаза то, что я не смогу видеть потом. Нос это я не смогу. Воздух дыхать. Ты больше не сможешь что-то есть. А, классно. А тут я что-то не подумал. Вот это я что-то не подумал. А у меня что? Ладно, хп у меня нормально. Так, и что мне теперь делать? Лифт. Это не путь наружу, Брайан. Он прямо за этой стеной. На твоей месте я бы вышел из лифта как можно быстрее. Хватит убегать, разве ты не охотник? Иди туда. И найди 5 подобных, ну так, неуловимых белых паразитов. Эти паразиты ответственны за заражение всей компании. Подожди. Что у меня уже есть? Давай начнем с этого. У меня есть... А, у меня есть код, в принципе. 2, 24. А, 3 раза ударить в колокол, подожди. 24. Ага. Вопрос теперь, знаете, в чем заключается? Где мне искать? Ты больше не можешь ничего понять. Ну ладно. Теперь главное не вздыхать. А, так я могу просто плавать. Может, нахер надо? Точно. О, тихо. Если они меня споймают, это значит ГГ минус игра. Я так попрощался с руками, теперь я не могу брать вещи. Я не могу есть. Ладно. Подожди. 4 у меня есть. 24 и что-то. Раз. Два. Три. 24. 68. Да? А откуда я узнал? Оттуда что там цифры? 2, 4, 6. 8, 10 еще не хватало. Использовать. Кто я? Кейт. Брайан. Брайан. А на самом деле в финале я мог бы выбрать всех. Всех, кого мог пожелать. Ну, типа, кого я спас.
Ну, так как я не нашел последнего, поэтому это Кейт. Ты в порядке? Ты был близок к выходу с... Так, сдался. Нет, я не знаю. Я попал... Так, попал в ловушку. Сложно объяснить, будто ты стал заложником в ночной кошмаре. Я думаю, что... Что? Легко? Я понимаю тебя лучше, чем кому-либо, Брайан. Теперь ты свободен. А, да, девушка. Что? Что это значит? Что здесь делает мое тело? Это ты? Невозможно. Записи говорят, что я похоронена в мавзолее с моими родителями. Подожди, это неправда. Что? Я смог попасть на кладбище, и твоя могила была пуста. Ха-ха-ха-ха. Это не твое тело. В нем до моря. Ты проклятое чудовище. Я знала, что ты стоишь за всем этим. Я тоже рада тебя видеть. Спасибо, Брайан. Мы не могли бы воссоединиться без тебя. Хватит лезть, куда не просят, и отпусти до моря. Она тебе не принадлежит. Забавно, что это говоришь ты. Вы люди, купившие ее, словно она была животным. Напомню тебе, что я была с ней 1000 лет. Я ее единственный настоящий друг. Ты думаешь, что ты ее подруга? Ха, ты просто украшение, безделушка. Я ее сестра, понимаешь? Ее сестра. Ха-ха, ее сестра, говоришь? Ты такая не наивная. Хватит прятать и объясни мне, почему у Домори мое тело? Столько много времени прошло, я не помню. Здесь много что сильно поменялось. Я вижу, как хорошо ты постаралась. Насколько полной ты становишься. Ха-ха-ха. Тебе понравилось портить все вокруг тебе? Вы не представляете, насколько. Мне осталось разрушить лишь одну вещь. Посмотрим, что обо мне всем этом скажут до моря, когда я ее разбуду. Разбужу. Не смейте подходить к ней. Никогда. Брайан, Брайан! Разбуди ее! Как? Разбуди до моря! И... Привет, я... Окей, нож. Лед. Колокольчики. Они могут разбудить до моря, но я должен подойти к ней ближе. Ладно, мне легче. О, смог. До моря, просыпайся. Почему я не могу ее разбудить? Колокольчики. Но она проснулась. До моря. А, так она была типа питомцем? Эй, сестренка, я не могу остаться и поиграть сегодня с тобой. Мои друзья сегодня пойдут в бассейн и... Не смотри на меня так, хорошо? Честно, я устала сидеть здесь и играть в куклы. И мне не важно, если папочка рассердится. Я больше не ребенок. Понятно. Мэм. То, что вы плачете, разбивает мое сердце. Почему кто-то настолько невинный должен страдать снова и снова?
А в конце остаться лишь мы вдвоем. Не будьте такой, госпожа, я просто хочу вас утешить. Если вы так сильно хотите, чтобы эта девушка стала вашей подругой, то я знаю способ, благодаря которому вы соединитесь навсегда. Вы соединитесь навсегда. Вам просто надо использовать свои силы, госпожа. Прости, сестренка, я дура. Я не знала, что я ранила твои чувства. Подожди секунду, тогда... Семья никогда не жгла ведьму, вместо этого они сожгли тебя, Рэй? Это уже не важно, Брайан. Важно то, что мы снова вместе, и что это больше не случится. Нет, это важно, все еще надо сделать кое-что важное. Что ты имеешь в виду? Вернуть все на место, и с помощью Даморим, возможно, мы сможем это сделать? Пастернак. Что ты здесь делаешь? Я хотел узнать, зачем ты меня оскорблял все это время. Прекрати это... Нонсенс. Ты украл мой кинжал. Нет, признайся. Давай, верни его. Назови цену, если ты так хочешь. Я заплачу тебе любые деньги. Я могу повысить класс моей твоей семьи. Все что угодно, Пастернак. Но ты должен вернуть мне кинжал. Я извиняюсь за все, что тебе сделал, хорошо? Если хочешь, я встану на колени. Ты помнишь, что теперь я босс? Ведьма возьмет меня на прицеп без кинжала. Пожалуйста, Брайан. Нет. Я не могу тебе его вернуть, у меня его нет. Но будь спокоен, я выполнил свою работу. Я разобрался с ведьмой. Что? Поздравляю. Тогда контракт можно считать выполненным, и ты немедленно получишь премию в 20 тысяч кредитов. Стой. Сначала я хочу, чтобы ты встретился с моей подругой. С другом. Привет, Хьюго. Я надеюсь тебе встретить. Я надеялась тебя встретить. Рэй? Это Рэй с центра. Наследница семьи. По законам компании у нее есть право стать исполнительным директором Центракор. О чем ты говоришь? Этого не может быть. Ты не встанешь на моем пути, Брайан. Девушка давно исчезла. Если бы это была действительно она, то она была бы гораздо старше. Как ты собираешься это доказать? Ну... Эй, ты, спускайся оттуда. Ты видел это? Компания меня узнает. Теперь она моя, мистер Лягушка. Это какое-то заклятие? Извини, Хьюго, но это правда. Погоди, стой, стой. Мы можем договориться. О чем ты говоришь? Какая сделка? Но мы могли бы... Никакой сделки, никакой сделки. Ага. Уволен, ква-ква-ква, уволен. Она ведьма. Ты ошибаешься, мистер Лягушка, я не ведьма. Но моя сестра, да. Это все твоя вина, Брайан. Хьюго, ты все похерил. Абсолютно все. Это плохая концовка? Ну, типа, как вы видите, что ж, наконец-то все кончилось. У меня есть приказ об увольнении, я могу покончить этот дурдом и пойти домой. Мои родители не поверят во все это, то, что приключилось со мной. Но я вижу здесь этих людишек. Кейт, что ты тут делаешь? А тяжелый первый день, да? Может, это снова повторится? Вот я принесла его для тебя. Мы получили кружку кофе. Я думала, что раз день закончился, мы наконец-то можем выпить кофе, который я тебе обещала. Мне казалось, что вид так крыши восхитителен. Я собираюсь сесть на первый же поезд в пригород. Я не уверен же, есть ли у меня время. О, ты увольняешься? Да, вот мой приказ об увольнении. Тяжело объяснить, но скажем так, что я не подхожу для этой работы. Это было большой ошибкой. Ты остаешься?
Я понимаю, что звучит безумно после всего произошедшего, но я думаю, что так для меня будет лучше. Я много сегодня узнала и уверена, что завтра все будет легче. С каждым новым днем будет легче. Я уверена, что будет сложно, но похоже, что такова жизнь, разве нет? А знаете, по идее, я не помню, какой это было концовки. Мы с ней, короче, уходим. Жаль, что мы уходим, Брайан. Что ты хочешь, Брайан? Заходи, если что-то помнишь. Теперь... Да, видите, типа, мы не всех спасли, а только троих. Да. А так бы мы с каждым могли бы потом отдельно уйти отсюда, если бы у нас был бы нож. С девчонкой, если я не ошибаюсь, мы могли бы поговорить, отправиться в ванну, и там бы мы сдохли. Чтобы стояли над нами рабочие и говорили... Хы. Мусор. Типа, воняет говном. Привет, Доши, все в порядке? Привет, чувак, скажи, что ты не избавился от того, что было в моей лаборатории. Я заглянул, и ее там не было. Робот? Я закончил его. Что? Она сейчас на 10 этаже. Ну ладно, походу мы тёлку не спасли и ту. Привет, чемпион. Пожалуйста, зови меня Тони. Ладно. Брайан, прошу меня извинить. Я вел себя по-скотски по отношению к тебе. Итак, сегодня в первой жизни я почувствовал, что какой-то это был выходцем из нижнего класса. Быть смешанным с мусором, быть еще одним безмысленным роботом, заниматься тупыми заданиями и... Всем на это наплевать. И это заставило меня задуматься. Я думал, что из-за моего статуса и статуса моей семьи у меня будет особое место, благодаря которому я буду выделяться среди остальных, но я понял, что это место надо зарабатывать самому. Все благодаря тебе, Брайан. Мне? Кто-то вроде тебя с окраины смог попасть на верхние этажи. Показывал, что никто тебе ничто не давал и не терял скромность терпичную для низов. Помогал коллегам на той печальной вечеринке, всегда ко всем относился по-другому, даже ко мне. Хотя я постоянно тебя унижал. Ты показал мне, что ты великий человек, и это меня вдохновило. Боже, я не знал, что сказать, Тони. Постой, а выражение твоего лица, ты не собираешься на меня орать, а? Ха-ха, ты глупый или ты уши уже не чистишь? Я же сказал, что я извинился. Так, изменился, наверное. Или ты хочешь, чтобы я на тебя наорал? Нет, все нормально. А лифт, наверное, не работает, да? Лифт не работает. Подождите, это еще типа одна концовка? Или... А, мы выбрали кофе. Ну да, это концовка. О, да ладно. Это концовка с лягухой? Ну, это лягух мелкий. Эй, головастик. Мистер Корва. Моя работа в компании почти завершена. У меня есть все, что нужно для того, чтобы убить ее. Что? Давай, выпей со мной. Добираться сюда было нелегко. Но ты уже уходишь? Ты обещал мне, что если я тебе помогу, то ты вернешь услугу. Не беси меня, головастик. Я все еще могу помочь тебе. Так напомни, чего ты хотел? Я хочу власти. Ты хочешь чего? Я хочу быть выше всего, чтобы добраться до вершины. Мне нужны волшебные силы и возможности. Лететь способность. Лететь? Ха-ха, о чем ты говоришь? Тогда хочу как ты, хочу быть как ты. Ты говорил, что можешь выполнить любое мое желание с помощью магии, вуду, так? Да, я знаю, друг, но... Ты не можешь уйти, пока не выполнишь обещание. Возьми это. Это моя волшебная мантия, я даю ее тебе. Волшебная? Да, конечно, она поможет тебе осуществить твои желания, но она работает медленно, могу потребоваться годы, и, конечно, тебе тоже нужно приложить усилия. И если ты хочешь летать, тебе сначала нужно начать прыгать. Ты лжец и пьяница. Я не хочу твое грязное тряпье. Эй, вернись!
А это он уже повзрослел, да, получается? Ну, в принципе, это, по идее, концовка уже, считай. Поэтому, да, я даже разделю это все на три части, скорее всего. Потому что там слишком много... Блин, а... А, все. Я все сломал. А, смысл, подождите. А, все заново. Давайте продолжу, когда я приду туда. Так, ну, в принципе, я все сделал. Давайте... Я не вернусь туда. Давайте, в принципе, не буду с ними разговаривать, я просто выйду. Может, она ждала, пока я с ним поговорю? А, ну слушайте, это, в принципе, та же концовка, которую мы тогда с вами получили, когда я просто получил увольнение. И оно у нас уже есть. Я думаю, это концовка с юга. А, мне по-любому, да, нужно было нож брать? Ну, окей. Ну, что, в принципе, игруля прикольно. Даже то, что это квест. Не знаю, почему писали, что вот здесь мало всего, то есть мало так той же бумаги ведьминской, чтобы для сохранения. Нет, неправда, это не так. Если, конечно, да, проходить игру, типа, тяп-ляп, ничего не смотря, то это может, да, быть сложным. Но если исследовать, ну, ходить, ну, более-менее так, то видно. Мы нашли с вами мужика, который дает лист ведьминской бумаги за сырок. То есть там этой бумаги можно купить хер знает куча раз. Прикольно сделан, конечно, финал. Босс... Что еще можно отметить? Музыка, элемент такого хоррора, знаете, это типа самая вот настоящая бытовуха, типа что люди как настоящие зомби, ну, всяких, что такое? Ну, короче, вы сами понимаете, понятно, почему, зачем здесь маска, зачем здесь хрен. Блин, а нужно было еще в эту библиотеку сходить и посмотреть новый диск, который мне дали. Подождите-ка. А давайте я сейчас, если у меня получится все это дело... У меня инвентарь. А, нет, мы с вами уже все посмотрели. Ну, тогда давайте просто на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ну, давайте еще, ладно, что скажу пару слов. Персонажи. Есть даже для хоррора, да, и смешанный с квестом. Есть такие элементы, как... юмор. Если вот так можно сказать, есть довольно прикольные персонажи. Концовок. Сколько? 4 их. Не включая концовку, если бы я сохранил этот нож, который у нас, конечно же, отняли. И я бы его мог юзать на ту девку. Типа атом, да, чтобы кого-то одного освободить и посмотреть с ними концовки. Ну, или с ними нету концовок, а просто мы спасаем. И там все. Ну, в принципе, как-то так. Поэтому ждем следующих игр в данном жанре. И всем пока.